Всем привет! Решил поделиться небольшой фишкой в матч PvP. Давайте выбираем Party Formation и Initial Placement. То есть начальное построение. Сейчас прогрузится и покажу. Выбирая начальное построение, вы можете увеличить некоторые статы персонажа. Особенно это критично для Аги. Так, вначале у нас Рамза стоял здесь. Выбираем Стерна, смотрим его Аги. 89. Смотрим Меди. 80. Смотрим Рамзу. 68. Теперь давайте переставим Рамзу по середке. Это вообще работает для любого персонажа. То есть у нас есть параметр Affinity, если не ошибаюсь, так называется. Или по-другому. Ну, грубо говоря, что-то наподобие резонанса, как у эсперов. То есть ваши персонажи смогут получать бонус за то, что они находятся в двух клеточках друг от друга. А там бонус дексы, аги и не помню еще каких-то параметров. Смотрим на Рамзу. Вроде было 70, стало 73. Смотрим меди. Было 80, стало 85. Плюс 5 аги. Я считаю, самый критичный бонус это для двух персонажей. Да? Стерна, если он ходит первым, то он может убить противника. И меди. Если ходит ваша меди первая вперед противника, вперед вражеского стерна, вперед вражеской меди, то это безумно замечательно, потому что многие противники ленятся переставлять персонажей, либо про это не знают, и в конечном итоге ваши противники могут быть хорошей жертвой для ульты от меди. Ну, попробую найти противника. Я думаю, мне не получится. Ну, я думаю, можно дальше не размусоливать, да, бой может быть долгим, может быть близким, 10 раз перезаходить, мне, если честно, лень. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, вы видели, как увеличиваются статы при построении персонажа, поэтому не забывайте пользоваться начальным построением. Кроме того, не забывайте, что это тоже частично палка о двух концах. Если вы проигрываете вражеской меди по скорости, то вы можете стать большей жертвой для урона. Поэтому пользуйтесь этим умом. Если уверены, что ваша меди походит первой, то делайте так, как я вам посоветовал. Либо можете немножко даже другое построение. Но просто, чтобы между персонажами было две клеточки. Тогда они получают бонус за совместимость друг с другом. Ну или за групповую поддержку, назовем лучше ее так. Подписывайтесь, ставьте лайки.